Масштабное профориентационное мероприятие, в котором приняли участие учащиеся практически из всех учреждений образования Солигорского района, прошло во Дворце культуры. С ребятами встретились представители Академии МВД Республики Беларусь. Будущих абитуриентов познакомили с условиями поступления, проживания и обучения, факультетами, а также статистикой вступительной кампании 2024 года. По всем вопросам, которые возникают у абитуриентов по поводу поступления, либо же, если абитуриенты совершеннолетние, то есть мы можем рассмотреть вопросы по трудоустройству, всех приглашаем в Солигорский РУВД в группу кадров. На все вопросы, которые возникают у абитуриентов, либо же, которые изъявили желание прием на службу, мы ответим, поможем, окажем помощь, содействие и как в прохождении медицинской комиссии, так и в плане поступления на службу и учебное заведение системы МВД. Есть у нас два высших учебных заведения. Это Академия МВД Республики Беларусь, находится в городе Минске, и есть Могилевский институт МВД Республики Беларусь в городе Могилеве. В каждом учебном заведении находятся различные факультеты. В Академии МВД находится 4 факультета, в городе Могилеве находится 2 факультета. Поэтому все факультеты либо специальности, которые курсанты получают при окончании учебных заведений, мы тоже все расскажем. Это уже сугубо индивидуально. Кроме того, напомнили учащимся и об ответственности за противоправное поведение. Ведь сейчас в районе проходит комплекс дополнительных мер по профилактике правонарушений и преступлений в подростковой среде. В частности, сотрудники Солигорского РОВД коснулись тем вовлечения в незаконные подработки несовершеннолетних, связанные с наркомаркетами, и оказание содействия мошенникам незаконному обороту платежных средств.